10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Team Empire's turn to pick. Vengeful Spirit. Dire team pick. Prepare for battle. Ну что ж, вторая игра между Empire и 4CL. Рады снова всех поприветствовать, друзья, с вами Force и Light of Heaven. Всем привет. Первую, как вы знаете, выиграли Кливера у нас, и сейчас у них очень такая своеобразная стратегия. Они уже играли с подобным раскладом, то есть они ставят Шэдоуфинда в мид, и Батрайдера отдают Секси Бамбу, который будет фармить на топе, я так понимаю. Нико будет играть на Дарксире Рубиком. Рубиком будет играть Сакса, а ЕГМ будет играть Абадоном. Вот тут-то я немножечко удивился, потому что ЕГМ это в прошлом один из самых лучших Рубиков, да и, в общем-то, и сейчас он остается великолепным саппортом. Из самых лучших Абадонов. А учитывая то, что Абадон это сложный герой, там нужно, ну, рейндж чувствовать. Кайлы, ну, да, нужно уметь им, конечно, сейвить, я не спорю, но, как мне кажется, все-таки Рубиком чуть-чуть посложнее. Ну и у команды Empire Resolution снова на Тине, Хвост на Гирокоптере, Ноуфир на Винге, Алоха Дэнс на Бене и Паник на Найтсталкере. Кстати говоря, чуть поинтереснее смотрится пик с Тини у Empire, потому что у них есть гирокоптер. Сейчас у нас Секси Бамбу, судя по всему, будет пытаться воровать руну, и у него получается это сделать, но он отдаст Фростблад, скорее всего. Или нет? Он улетает! Боже мой, Секси Бамбу ворует руну и улетает. Вот ведь халява. Две руны для команды 4CL. Не самое удачное начало имперского пути на второй карте. Да, причем считаю довольно приятно то, что развел он Тини на спилы. Теперь у него пол маны на миде, и Шэдоуфин будет доминировать. Ну и давайте посмотрим в целом на лайнинг. Сверху получается Бутрайдер против Рубика и Бутрайдера. Довольно-таки необычная линия, первый раз, честно говоря, Найтсталкер, да, Найтсталкер против Рубика и Бутрайдера. Ну, Бэйн еще был рядом. Они всегда ставили Бэйн плюс Найтсталкер, чтобы закреплять преимущество. Но тут Резолюшн нужна помощь. Вот мне кажется, один из таких моментов неприятных для команды Empire на предыдущей карте был, что не было совершенно никаких стаков для Резолюшна. Как-то так получилось. Он вроде бы мид выиграл, а если бы ему еще и подстакали, было бы просто мега круто. Вот, и мне кажется, что Алоха Дэнс нужно сейчас этим заняться, потому что Тини, который быстро покупает свой блинкдаггер и быстро получает левел, он задает темп игры обычно. Ну вот интересно, как Абадон будет ему помогать, потому что бегает пока ЕГМ на миде, и мы видим то, что особо не помогает он тычковаться, как-то не танкует, и Шэдоуфин, единственное, что получает свой арсенал, это его щит. Хотя щит так себе, если ты не идешь в размен. Пошел так в активнее.
атаку на резолюшена. Резолюшен же когда споет щит, вот теперь можно идти. Фишка стратегии, да, клеверов здесь заключается в том, что им нужно как-то сделать так, чтобы Пайкат получил много артефактов, то есть он много фарма получил. Для этого ему нужно стакать лес и не позволять ему погибать в миде. Вот в этом, собственно, задача ИГМа. То есть то, что Бэтрайдер на топе там выформит свой блинк, это само собой. И он, ну, по-другому и быть не может. Теоретически они еще и Фаника могут тут убивать, потому что стоять на длинной линии против Бэтрайдера очень тяжело, учитывая, что здесь еще и Сакса на Рубике, который всегда там сможет подцепить. Но не факт, что Фаник подставится. Но в миде у 4 сел должно быть все очень хорошо, если они хотят выиграть вообще эту карту. Ну, сейчас вот продолжается замес. Нападает резолюшн на Shadow Fiendai, хочет развести на койл, но выталкивает ЕГМа. Подходит Бэйн со спины, ЕГМ кидает на себя щит. Можно, кстати, его побить и слипает сам себя. Бэйн слипает тоже. Да, веселая такая ситуация получилась. Но пока скиллы особо много урона-то не наносят. Вот Тини сейчас только что получил третий левел, тоже уже второго уровня. Ну, чуть помощнее, но тяжело, тяжело пока что здесь реально убить ЕГМ. Много времени провел на миде, там варды какие-то поставил, стаки какие-то сделал и отправляется обратно. Ну, неудобно все-таки стакать Абадоном, при всем моем глубочайшем уважении к этому герою. Ну, намного проще там каким-нибудь Бэйном, Винтер Виверной, да, вот Дазлом вот стоять рядом со Сефом, делать ему стаки и спасти его проще, и опять-таки поразмениваться как-то можно. Ты все-таки рейнджовый герой, а Абадоном тут очень неудобно играть. Ну, глянем, что тут. Что вообще получится с этим Абадоном, я, честно говоря... Ну, Абадоны перестали пикать. Почему? Потому что есть намного более... Ну, появились намного более приятные герои для того, чтобы сейвить именно, да? То есть Абадон нацелен на то, чтобы сейвить. А сейчас есть Винтер Виверна, есть Тускар, есть Дазл, которые, вот опять-таки, нацелены исключительно на сейв. Ну, Тускар не только на сейв нацелен, он вообще многофункциональный герой. Но вот остальные персонажи, да, они вот, в общем-то... Винтер Виверна тоже ради сейва берется, она и ультой обладает хорошей, и сейвить может. А Абадон, он как-то отошел от дел, и его сейчас видно очень-очень редко. И он нужен, в общем-то, при каких-то реально таких ситуациях, когда ему можно найти хорошее применение. В данном случае это, ну, Бэйн, да, можно дизейблить, точнее, дизейблы, диспейлить, которые Бэйн будет использовать против Найтсталкера, теоретически хорош против Сайленса его, да, но в остальном... Я вот даже не знаю, как себе ЕГМ здесь почувствовать. Если, конечно, купишь Аганим на Абадоне, то это вообще туши свет, потому что дэмэдж там он нереально поглощает. Но, как мы понимаем, фулл саппортом тяжело это сделать. И пошел Бэйн. Нашли Рубика. Рубику нужно убегать. Нет сапога. Дает слип, подходит Резоль. У него есть проказ, 4-й уровень. Там сейчас еще... он, смотри, кинет еще на секси... Ну, не получилось. Если бы он кинул бы его еще и на секси бомбон, возможно, двоих бы здесь сидел. Бомбо отступил. Герой этого матча Абадон продолжает искать это место. Очень хорошее решение продемонстрировал резолюшн на миде. То есть раз уж у тебя стоит такая довольно-таки пассивная дабла, это Shadow Fiend Абадон, то самое время идти и там убить кого-то. Может быть, получится. Ну, Афир отсюда это... никуда не денется. Хотя, ну, может, хвост что-то придумает. Нет, хвост не хочет. Забрал суппорта. Так вот, неплохой плюс для Пайката. Теперь он обратно возвращается на мид. И у клеверов в целом, ну, такой лайнинг, как бы... Ну, лайнинг стоит. То есть Shadow Fiend что-то получает. Дарксир своими щитками часть крипов убивает. И просто нужно ждать, пока вот все будет у Бэтрайдера. А Бэтрайдер нужен шестой и блинк. Что-то как-то Фанник там борзеет на топе. Я посмотрю, у него и крипов больше, чем у Бэтрайдера, и он его с линии прогнал. Ну, смотри, как больно, а? Воет и тыкается с ним. ЕГМ пытается подсейвить, да, получается у него, конечно, это сделать. Но Фанник-то вообще хп не теряет. У него сейчас мана еще на один воет будет. Плюс у него стиков там 5 штук. Очень он быстро их заряжает. Очень хороший герой. Ты можешь подбежать, получить в себя 2-3 стака, поразмениться с Бэтрайдером, а после этого убегать. Благодаря тому, то, что регенится, Найтсталкер быстрее, то он может позвать. И посмотрите, бежит за ЕГМом, ЕГМ решает проблемы, дает койл, динает сам себя, но Найтсталкер один двоих разбирает. Да, но тем временем в миде убивают резолюшн, это очень плохо. Подошел Рубик и помог. Так, Бэтрайдер. Плохо и Бэтрайдер. Фанни! Что творит? Один против всех на своей линии. Погорячился я, когда сказал, что Бэтрайдер свои артефакты по-любому выформит здесь. Тяжеловато. Но сейчас критическая ситуация, ему очень тяжело стоять. На дворе ночь, Найтсталкер уже шестой, у него есть там маны на Войд, у него Орба Фином, и Бэтрайдер не выдерживает его прокаст. Он дает Войд, потом тычкует, потом дает еще один Войд, и все, после этого Бэтрайдер умирает. Нужна какая-то помощь.
Да, и к тому же его тяжело прогнать с линии, потому что у него хп реген достаточно хороший. 3-1. Упали на пайкат, его нужно тоснуть на своих тиммейтов. Вот тут-то пайкат, похоже, ошибочку допустил. Да, там подошли его тиммейты, но... Не спасти здесь уже было Shadow Fiend. Красиво получилось. Угу. Так, тут у нас имперцы поставили вард хороший, чтобы не стакали больше у нас СФ. А вот что касается, опять-таки, стаков для резолюшн, что-то я их не могу найти. А, вот резолюшн вместе с хвостом забирает стаки. Что-то там ему достается, что-то хвосту. Он не шибко, он тут, конечно, поднялся за счет этих стаков. И Бамбу от безысходности решил пойти в вражеские леса. Может быть, здесь у него получится что-то набрать. 6-й левел хотя бы получить. Ну да, хотя бы 6-й левел. Плюс еще такой момент, что ты забираешь стаки противника, но, как мы видим, имперцы успели их забрать, и Бамбу сейчас не знает, куда двигаться. 7.20, доспал на следующий крипок и руны еще 40 секунд, и ему нужно куда-то идти. Ну вот, может быть, ему Shadow Fiend подарит мид. Да, Shadow Fiend может. Shadow Fiend и леса спокойно может пофармить, в общем-то, и Бедрайвер тоже может леса пофармить, но ему нужно, чтобы стаки какие-то были, потому что нерентабельно просто там две точки фармить. Пайкат ему несложно. Ну, пока что смотрится, вот конкретно на данный момент, пик команды Empire смотрится реально лучше, потому что чувствуется, что они могут сейчас пойти и навязать какую-то драку, у них там полуплотный герой, больше магического урона. Но Клевера, они на самом деле знают, в какой момент их пик будет реально очень сильным. А этот момент наступит тогда, когда Пайкат получит там более-менее неплохой левел, когда у него появится мека, и ребята просто впятером пойдут с Бэтрайдером, у которого будет блинк, и они будут... Вот именно цеплять одного, убивать и потом сносить вышки. И в этой ситуации команде Empire нужно очень аккуратно действовать и драться только там, где это им действительно нужно драться. Там, где им действительно можно драться. И нужно ждать, когда начнется день. Потому что вот сейчас ночь идет, и Фаник ищет кого-то. Пока он пользуется тем, что, в принципе, линия выиграна, и поэтому не хочет с нее убегать. Но так получилось, что сейчас вот настанет день, и Лера могут спокойно к фарму возвращаться. Сталкер не проблема. Где же тот знаменитый Пурман Шилд для Найт Сталкера? Фаник обычно так играет. Берет Пурман Шилд, берет Маску Смерти и с фейзами фармит леса. Вот, кстати, интересная такая стратегия для хардлейн Баланара, потому что, ну, откуда-то фарм нужно получать, и без Маски Смерти тяжело. Там хвоста на боте цепанули, но тут дэмэджа слишком мало, хвост успевает доставать кулдаун, уходит, Никола получает рассказ от Сини, ну и Секси Бамбу тоже никуда не денется, накрывает его вертолетом. Отличная игра. Два очень важных фрага сейчас сделали Empire на таком развороте. Но он никуда не двигается. Раз уж мы фармим все три линии, то есть это мид, низ и верх, то ждут, пока противник начнет совершать какие-то ошибки, может быть, стараться там выйти погангать, и в это время просто за счет ТП-шек спокойно сейвит своих. Нужно продолжать что-то подобное делать. При этом Тинни врывается на Дарксира, его забрали. Не ожидал никого, что там просто уже блинк-даггер у Резолюшна появился, но 4-1-1. То есть Резолюшн действительно хороший имеет нетворс, наверное, сейчас надо переключиться. И раз уж такие тяжелые дела у клеверов по всем линиям, то есть другой альтернативный вариант, который доступен почти всегда, это давайте все дружно пойдем фармить свои леса. Да, вот там Shadow Fiend фармит леса, Рубик на пару с Абадоном пулит вверх, и Фаник их крипам не подпускает. Ну и интересно, куда же пойдет Дарксир, раз уж снизу все сверху все зафармлено. Ну, по-моему, у клеверов уже пошло что-то не так, то есть... Ну, по-моему, да, потому что, казалось бы, у тебя Абадон, и Абадон славится тем, что в начале игры он имеет максимальный КПД в плане своего щита, хила, и в целом никто не хочет связываться. Но вот этими перетяжечками, разводами с Найтсталкером и Тинником они сделали так, что Абадон просто не был в нужной точке для замеса. И вот теперь идут нападать. Нападать тут, честно говоря, особо нечем. То есть выходит Рубик, юзает телекинез. Поднял кого-то, потом человек может спокойно делать ТП аут. У Дарксира вакуума нет, Бэтрайдерам цеплять тяжело, и это знак для имперцев, что можно фармить всю карту. И наказать их очень тяжело. Да и к тому же в лейте у них так... Прям в явном таком лейте у них пик действительно лучше. Тут и Тини, и Герокоптер, физического урона очень много. А Клеверам стоит надеяться исключительно на СФа.
который портится сейчас на бот, и, видимо, будет попытка кого-то забрать на этом боте, я не знаю, никого ждет момента. Скорее, какой-то такой необычный пуш, потому что другого, на другой клевера мы не стоит рассчитывать. Вот, в свою очередь, имперцы молодцы сейчас, хорошо сделали. Во-первых, оставили Нофира на XP, чтобы Юнга получила себе, может быть, там быстренько 7-8, чтобы вкачала ауру, минус армор, и тогда она будет очень полезна. И, в свою очередь, Тини, который вынес блинком, понимает, что у меня есть гирокоптер. Гирокоптер нафармит, и пока гирокоптер фармит, я буду наводить движуху. Вот ЕГМ, у которого еще нет ультимейта, получает полностью прокаст от Бэйна с резолюшеном и умирает. Ну, пока Бадон вообще не смотрится в этой игре. То есть он за 12 минут вообще ничего не сделал. Он там сделал один стак. Нападает на Ноуфира на боте, Никуа. Ну вот как и говорилось, Винга просто делает ТП-аут, остается один рубик, он тоже делает ТП-аут. Ну, неплохо, кстати, получилось для клеверов, они просто развели имперцев на 3 ТП и теперь могут там идти мид-фармить. Хотя Резолюша нашел пайката, но быстро среагировал. 3 не стоит драться. У Секси Бамбу до сих пор нету блинка на 12 минут. И обычно даже у хардлейн батрайдеров есть... Но это вот та причина, почему бэтрайдеров про бэтрайдеров и забыли. То есть, ну, как бы герой хороший, как вот Тини, который врывается в пайката, подходит сюда Винга, отличный бурст, также Нуфир с Найсталкером его забрали и врывается ЕГМ. ЕГМ 5 уровня, ему здесь делать нечего. Хватает Рубика, у Рубика большие проблемы, и это минус 2. Бамбу хочет помочь, но ему, увы, нечем, поэтому нужно убегать, ЕГМ остается один. И самое время показать, какой мастер Денай. А тем временем Бамбу все-таки забрали. Хорошо работает по таргетам Империи. Просто выбрали до минус 5. Вот абсолютно в разных частях карты команда Empire, ну не абсолютно, конечно, в разных частях карты, но тем не менее драка была очень растянутая, и имперцы просто не почувствовали, они прожали все свои кнопки, и клевера ничего не могли им противопоставить. Это вот и минус подобной стратегии, что на тебя давит время. Я видел, как клевера реализовывали отлично эту стратегию против пика Альянс, когда у них там был Фурион, когда у них там был, кажется, тоже Тини, как раз таки лоды играл на Тине в той игре, и все получилось у клеверов, но сейчас их просто бьют ногами, по-моему. И вот этот вот Абадон, он вообще ничего не делает уже на протяжении 13,5 минут. Когда нападают на СФ, он вечно не рядом, когда нужно отступать, его цепляют и убивают, у него нету 6-го левела, чтобы как-то помочь своей команде. Ну, по-моему, Абадон вот конкретно вот в этой игре, не буду говорить, что прямо может быть в мете, но вот конкретно в этой игре это не решение для сейва, это вот костыль какой-то просто. Ну, реально, не очень хорошо смотрится. Ну, посмотрим, может, он все-таки что-то здесь придумает такое. Секси Бамбу все пытается дофармить свой блиндагер, ему не хватает буквально чуть-чуть, он кидает гранату, который не добивает, или не, добивает все-таки кентавра. И вот 50 золота где-то нужно нахоботить, чтобы блинк купить. А ну, Фир ждет момента, чтобы... А, он просто экспу получает на топе. Не нуждается пока что команда Empire в своей винге, то есть они без Ноуфира отлично работают, прыгают, нападают, убивают, гангают, вышки пушат, а Ноуфир где-то там, где может, помогает, так нападает. У нас, кстати говоря, на Рубика в очередной раз умирает. Саксом. А, Секси Бамбу выформил свой дагер и вот ползет. Ну вот клеверам стоит завязывать вот с тем, что они сейчас делают, это когда вот бегают по одному суппорта, который в тени спокойно может один забирать. И лучше как-то попробовать, может быть, даже подбайтить, потому что последние, наверное, минут 5 Резолюшн только и делает, что бегает и убивает. Да, и к тому же он сейчас Shadow Blade тебе какой-нибудь выформит, он будет еще более опасным героем. Смоук у нас приобретает Абадон, 6-го левела по-прежнему нет, но вот только сейчас, на 14,5, там, на 15-й минуте, команда клеверов предпринимает попытку синициировать, но тут Фанник, которого, кстати говоря, видит, он ревилит Смоук и прыгает Резолюшн, дает проказ двоих, Резолюшн пытается подцепить, Тос своровал у нас Рубик, цепляют Тини, Тини живет пока что, но нет, придется здесь погибнуть, колдаун от хвоста, который зацепляет просто всех. Ну, похоже, не будут здесь без Тини Empire драться, захотят отступить. Там с Инжиньяша появилась у гирокоптера, но артефактов у них намного больше. 1500 золота получили сейчас за этот фраг клевера. Всего лишь за один фраг. Ну, много, получили много. 1500 золота на команду. Это реально немало. Стрик сбили. Вот сейчас клевера как раз и продемонстрировали то, о чем я говорил. Это попробовать подбайтить. Раз уж противник играет так агрессивно и продолжает использовать одну технологию успеха, то лучше всего попробовать как-то вот его напугать. И даже несмотря на то, что это выглядит немножко примитивно, мы бегаем там между Т2 и Т3 дворами впятером, но раз уж это работает, то нужно пробовать. Да, мне хоть тут, кстати, у нас Дарксир будет покупать, я что-то с
совсем забыл про Нико, который на протяжении 16 минут себя практически никак не проявлял на Dark City, просто стоял на своей линии и фармил, чем мог. И тут очень хорошая игра от Бэйна. Ворвался, забрал в одиночку Рубика, и Битрайдер немножко поторопился с бомбочкой. Тот мини-стан, которым он мог сбить ТП, он его повязал, и Бэйн спокойно убежал. Очень хорошая игра для имперцев. Ну и вот у Алоха Дэнс появляется Глиммер Кейп, которым можно засейвить практически любого героя, и себя, и там и Вингу, и Тини. Очень нужный артефакт. У Пайката 1300 хитпоинтов, даже 1400 при силовом ПТ, сработала Сенжа на хвосте. Пробовать Рошанчика стоит, наверное, забрать. Очень много ДПСа. Владимир на Найтсталкере, Тини, у которого довольно-таки много дамага, Винга с минус армором и Гирокоптер с Анжиашей. То есть, если они туда зайдут, то Рошан падает моментально. Ну вот пока что немножко опасно делать, даже при условии, что у них столь большое преимущество сейчас имеется. Битрайдер — герой, который реально может выцепить, и драться ты уже будешь 4 в 5. А пока нету всяких там блэкинг-баров и особой плотности у Империи, за лосо убить достаточно просто. Даже, опять-таки, повторюсь, что Клевера проигрывают там по 10 тысяч на творце. Ну вот сейчас палево. Палево то, что СС стоит с Дарксиром. Битрайдер находит. Цепляет Вингу, хочет ее вытащить. Гирокоптер хорошую дает ульту. В итоге спасают пока Нофира всей команды. Подходит Shadow Fiend, но дает очень необычную ульту. В итоге заходит елочек, начинает всех пинать. Гирокоптер очень хорошо работает по Рубику. Рубика забрали. Пайкат остался 1-2. Абадон ему дает щиты. И, кстати, неплохо сражался Пайкат, но отличный от Нофира. И также забирает EGM, браво. Ну, минус 5 от команды Empire, в общем-то. Не получилось цепануть, и сразу же все пошло наперекосяк. Ну, тут Винга есть для того, чтобы не давать, да, цеплять. Хотя там кого-то там лосо-то заюзали. Бэйн очень хорошо слип завязал. Абадон был немножко далеко, не успел он поддержать своего товарища. И в итоге Бэйн часть времени спал, пока бежала остальная команда. А имперцы были в позиции, они просто стояли и ждали. Молодцы. Вот также могу сказать то, что довольно-таки паливная была смок-атака такая, типа, мол, и SF, и Дарксир бегут по линии снизу. Ну, понятно, что раз уж они так вдвоем активно пушат, то наверняка есть еще все, и имперцы просто так вот перестраховались. Все сделали верно. Ну, резолюшну дальше нужно фармить Аганим, тут без сомнений. Хотя частенько люди, вот дофармив Блиндагер и Лотар, делают еще себе форстав, то есть, ну, это какие-то хардлейновые. Тини сейчас секси-бамбу получит по щам, похоже, да? Его даже без тоса забирают, не было маны у резолюшна на этот скилл, хотя он достаточно много урона наносит. Ну и счет у нас 21-4, да, очень тяжело приходится играть Клеверам, и самое это неприятное, что они не могут попытаться как-то вытянуть эту игру в лейт, вести ее там к 30-й, к 40-й минуте, потому что подобная игра, если будет продолжаться, то в лейте у Клеверов шансов никаких нету, у них нету спектра, который там внезапно вытащит Радианс из кармана и выиграет тимфайт тебе, нет, у них Бэтрайдер, который если не цепляет, то все, это уже не персонаж, это уже не герой, у них Абадон, который может дать койлы... Койлы щиты, и если они оказались не в кассу, да, если ты их там куда-то там профукал, а дизейбл потом другого дали, то это тоже можно сказать не герой, он просто присутствует в драке и ничего не делает, аур у него никаких нету, там, ни Владмерса, ни... Ну, есть одно но, чем можно перевернуть, это стенка и вакуум Дарксера. Если... Ну и плюс Requiem of Souls, конечно же, Shadow Fiend, да, если там все под это дело закастовать, то да. Да, поэтому пока Клевера... по товарам и пользуются тем, то, что имперцы все еще не могут пропушить тауэр. То есть, казалось бы, довольно-таки большая доминация, уже 14 тысяч голды на 20-й минуте, но при этом нету каких-то БКБшечек или такой четкой уверенности, что ты сейчас пойдешь и продавишь, и имперцы продолжают так вот бегать рядышком и разводить клеверов на, может быть, какой-то выход. Клевера, кстати, хотят попробовать. Хорошая позиция для Битрайдера. Идет скелетик, идет Винга, цепляет Вингу, увозит. Ну вот Найтмар, да. Да, в очередной раз отличная игра от Бэйна, и надо как-то Клеверам убегать, возможно. Фир свапает, Битрайдера забрали. Фира проблемы, всей командой стараются забрать, но врывается Найтсталкер. Выкинули Найтсталкера, Тим не может ворваться в драку, подходит Бэйн, очень хорошая стенка, и это минус 2 от Клеверов, вау. Подожди, Резолюшн не собирается сдаваться, напрыгивает на Рубика, убивает его, уходит через Shadow Blade, но его потянули обратно, еще летит тычка, Пайка дает койл, убивает таким образом Резолюшна. Здесь хвост, остался один, ну,
паник может ему, конечно, помочь, но вряд ли он его спасет. Хотя погоди, Пайкат. А Пайкат-то. Боже, что он такой быстрый? Он на хосте, что ли, был? На Сурже. А, на Сурже, я не заметил эту ситуацию. Забрал паник у нас ЕГМа и отступает. Тут уже Суржа нету, поэтому Фаника догнать не представляется возможным. Ну, хорошую драку только что перевернули Кливера. Хотя, казалось бы, началась она для них весьма неудачно. Ну, получилось здорово. Вот именно вот эта позиционочка на горочке. Тини не может сразу ворваться. Если Тини заходит, то он оказывается в кармане, где, если ты хочешь выбраться, ты должен пройти через стенку. При этом еще и другие герои находятся далеко. То есть вот эта атака была очень хороша. Даже несмотря на контр-инициацию Бэйна. Теперь преимущество, конечно, есть, но теперь оно небольшое. Кливера в себя поверили, и они могут продолжать стоять на горочке и ждать, когда к ним придет хоть кто-то. Жадно фармят свои леса. Главное, чтобы вот этот вот замес, он не повлиял на игру Тини, потому что Тини по-прежнему может бегать и вырезать людей, у него довольно-таки все хорошо. 14 уровень, почти Аганим, да, почти еще не хватает, по-моему, 1000 голды, и он по-прежнему сносит что Бэтрайдера, что Рубика за прокаст. И ему нужно бегать, давить. Давайте. Пока прессует тем, что развел на большое количество сентрей. Да, все-таки имперцы пока что не спешат вот именно лезть в драку. Они ждут артефакты, им нужно иметь БКБ на Герокоптере, нужно иметь, наверное, еще какие-то артефакты на Найтсталкере, который вот-вот дофармит Аганим. И там уже ночью с гемом пройти, все подивардить, и, собственно, на соперника можно просто вероломно напасть. Там вот в смоуке, вот, собственно, как Empire сейчас пытаются сделать. У них нет, конечно, Аганима, но, тем не менее, если не найдут соперника и синициируют первыми, то должен произойти успех. Нет смысла для Кливеров сейчас расходиться. У них пропущен мид, у них пропущен верх. Разве что только не спушится. Единственное направление, куда есть смысл идти Кливерам, это идти и всем дружно пушить вниз. Все, им нет смысла заходить в свой лес вообще никакого. То есть сейчас... А, они даже круче сделали. Они просто встали на горочку. Но они знают то, что линия пропущена, да, и, возможно, соперник смоуки, раз они ничего не фармят, то есть имперцы ничего не фармят, стоят на горочке, действительно, Ноуфир ставит вард, здесь ставится еще один вард, можно все это дело задевардить, свап хороший на Бэтрайдера. Бэтрайдера можно быстренько здесь ушатать. Холдаун просто феноменально летит от хвоста. Сразу же погибает у нас секси-бабу. Стяжечка, стеночка, умирает Винга. ЕГМ пережил эту драку за счет своего ультимейта, но тем не менее имперцы здесь победили. Они больше героев забрали, и, возможно, сейчас вот тролль бежит вот за Пайкатом, чтобы цепануть его сеткой, но не выходит этого сделать. Ну, отлично сыграно. В этот раз имперцы прекрасно понимали план Кливеров, что они хотят попробовать использовать ту же технологию, чтобы убить кого-то, но вот этот вард заставил всех пойти и его убивать. Пошла большая, довольно-таки большая банда, не ожидая, что может ворваться Тини, и Резолюшн просто феноменальным врывом все это накрыл. Да, там очень сильно скиллы скастовали имперцы, там все АУЕ, которое можно было дать, оно нанесло максимальный дэмэдж, который только возможно. А тут сейчас... Что за байт на Курьера? Боже, байт на Курьера! Потеряли сейчас Курьера, кажется, команда Empire, и разворачивается драка, Пайкат в блокинг-баре ультует. Или чей это был Курьер? Я что-то не понял. Рубик это был Курьер Empire. Рубик находится далеко, остается Дарксир. У Дарксира нет стенки. Фаник пошел дальше. Можно забрать из этого, пока БКБ в кулдауне. Хвост набегает. И нет, да, решили не рисковать правильно. Т2 стоит, Т3 стоит. И лучше просто пойти забрать Рошана. Ну, своеобразный такой получился байт на Курьера. Да, убили еще раз Бэтрайдера, убили еще раз Абадона, но там... Сколько в Куре было денег? 4000, кажется. Там был Аганим. А, Аганим Фаник себе притащил. Или там было БКБ Герокоптера. Да, там, похоже, было реально БКБ Герокоптера. Еще какие-то там артефакты какие-то по мелочи были куплены. Ну, посмотрим, зареспаунится. Курьер станет ясно. Имперцы пошли на Рошана. Попробовали его забрать, но рассчитали ДПС, что Клеверал успевает сюда забежать. И учитывая то, что есть Дарксир с хорошим вакуумом, ну и также Бэтрайдер может куда-нибудь на горочку увезти, то лучше всего не рисковать и отойти. Клевера не успели. Пошла битва вардинга. В свою очередь, Клеверам нужно помнить, ой-ой-ой, прыгает все-таки Бэтрайдер на Ноуфир. Ноуфир остался один, никто ему не поможет, но довольно-таки танкует. И посмотри, он неплохо живет, но... Ну, Сакса просто ошибся сейчас телекинезом. Вот, мне кажется, это очень
ну, не то, что неправильно, вот как-то странно ребята поступили, что EGM один из опытнейших рубиков, сейчас садится на Абадона, а Сакса играет на рубике просто. Он, опять-таки, заюзал телекинез прямо в лассо. Это, конечно, не критично было вот конкретно в этой ситуации, но если будут гангать не Вингу, а каком-нибудь гирокоптере, это будет очень важно, потому что иначе он скиллы успеет скастовать. И там уже другие подтянутся игроки. А Эгис нельзя отдавать? Ни в коем случае для Empire нельзя отдавать Эгис, но пока они не спешат так драться. Стяжечка, стеночка по троим от Никуа. Но продолжения никакого. Кидает гранату, секси-бамбу, попадает в четверых. Но, опять-таки, продолжить драку здесь не получается. Нету у бамбу лассо, еще 35 секунд. Нету стенки у Дарксира. И клеверам нужно отойти, так захолодиться и подождать немного. Имперта, в свою очередь, видит, что... Firefly завязали, поэтому можно забирать Рашкана, зная, что Бэтрайдер вот без этого Firefly полезен будет, ну, так себе. Сейчас более будет... того, вот туда летит кулдаун, уцепили секси-бомбо, а Егис забирает гирокоптер, ну и Бэтрайдер пытался сделать хоть что-то. Пайкат раскастовывается, хвост получает дэмэдж, хвост, сломали ему ногу, койл, умирает гирокоптер. Приходится отступать сейчас к клеверам, потому что тут тяжеловато будет. А вот паника, кстати говоря, не отпустит. У него Аганим и Гем, он все прекрасно видит. Пайкат старается отступить, прижимает телепорт. Резолюшн тем временем разбирается с акцией. Продолжается драка. Во второй заходят имперцы. И, по-моему, они просто всех разваливают. Уже никуда отсюда не денется ЕГМ. И только там с Шерухинтом спасся каким-то чудом. Видимо, прожал телепорт своевременно. Да, убили. Ну, попытка была хорошей. Хотя она изначально не могла реализоваться за счет того, что Тини просто насыпает гречку тебе под нос, и ты станешься, как только прилетаешь, поэтому Тин, ну, так больше лучше не пробовать. Странно. Я, кстати, думал, что хвост у нас БКБ купил, он там начинает приобретать баттерфляй, у него был Eagle Song и Quarterstaff Курьере тогда, когда его убили, и вот сейчас у него есть денежки на Талисман of Evasion, он его, соответственно, тарит. То есть сейчас у него появляется баттерфляй, убить его очень будет непросто, даже вот за лассо Бэтрайдера, да, даже когда не было баттерфляя у гирокоптера, за лассо Бэтрайдера было практически никого не забрать, потому что его очень круто контролили либо Найтмаром Бэйна, либо свапом Венге, и ничего не получалось. И тут еще нужно учитывать то, что магии у клеверов не так много. То есть, в принципе, из станов есть только телекинез Рубика. И ради одного телекинеза БКБ собирать не хочется. Вот, может быть, СФ, да, там может что-то попробовать делать Кайлами и со своей ультой, но в целом бабочка, она так вот работает в большинстве вариаций. Так что хвост сейчас она правильно. И, да, она и эскейп дает, и дэмэдж какой-никакой, так что реально вот артефакт очень хороший. Альтернативой мог бы служить... какой-нибудь Скади. Мог бы, да. То есть Скади тоже бы статов дал, и там, ну, модификацию атаки очень приятную. Но хвост решил баттерфляй. Ну, это, собственно, правильное решение, потому что он все-таки больше дает. И клеверам нельзя драться за Т2, если только они не совершат какое-то чудо, которое уже готовится. Ну-ка. И бамбу пошел. Ну, им нужно дать идеальный прокаст. Они сейчас вот цепляют хвоста, у которого, кстати, нету БКБ. Его очень далеко уводит, но работает баттерфляй. Его спрятали в Зимеркейп. Ноль дэмэджа от маки и практически ноль получает у нас гирокоптер. Разваливается, кстати говоря, гирокоптер с вингой прямо на этой стенке. И, слушай, кажется, клевераты вроде что-то пытаются здесь делать. Если Алоха Дэнс получает дебаф от Синджинд Яши, но не стали его догонять, потому что он отфорстафился. Ищут клевера соперника, но никого найти не могут. Это был настоящий переворот. Ну да, 3000 золота заработали. Что у нас СФ получил? 500, Абадон получил 1000. Самое жесткое, что имперцы, они тоже вот сами не поверили в то, что клевера будут на них нападать. Но учитывая то, какой был план, это завести вот сюда, вот в узкий проход, когда все ребята бегут и Дарксир даст очень хороший вакуум, теперь они об этом будут знать. Да, потому что гирокоптер, по сути, погиб на этой стенке. То есть, если бы этой стенки не было, он бы там, наверное, долго бы жил. Ну и свапать. То есть, пока у нас небольшие проблемы со свапами, при этом куда-то пошли имперцы втроем на Дарксира, на Бэтрайдера и начинают замедлять Бэйна, дается даст, и Бэйн погибает. В общем, надо свапать. Вот я так понимаю, пора попробовать как-то вот закомбинить рюк Бэтрайдера, потому что в целом, если ты врываешься, даешь лассо и стараешься кого-то увести, то Венга юзает свап и лассо отменяется. Все, это в принципе идеальный каунтер, если ты на реакции. Венге сейчас нужно занимать очень хорошие позиции и успевать. Чекают Рошана, но там... Рошан еще очень долго не заспавнится, или, возможно, они его не чекали, а просто заходили на бот. Рядом с Пайкатом сейчас бегают игроки команды 4CL для того, чтобы как-то, ну, помочь ему.
случае атаки соперника. Тини начинает уже делать Кирасу. Может, он, конечно, снова муншарт купит, но Кираса, она опять-таки полезнее. Да, но пока СФ еще не спалил свои планы, вот тут спалили Рубика, Рубик погиб, но вот пока Shadow King не спалил свои планы и не показывает, во что он выходит. Может быть, это Скади, может быть, Бабочка, может быть, там какой-нибудь МКБ, чтобы пробивать Гирокоптера, то Тини, в свою очередь, может как раз такие мобильные айтемы покупать. Кираса, она вообще идеальна. То есть и для себя, и для Гирыча, и для Найсталкера полезный артефакт для команды. В любой момент пригодится. Резолюшн в инвизе заходит на игроков команды 4CL, но, похоже, это Кливера понимают, отступают, не провоцируют драку здесь. Правильно все делает. Талисман of Evasion покупает у нас EGM. Что же это будет? Неужели Алибарда? Ну, тут БКБ может быть у Гирокоптера и у Тини, что там у него. Тини и Кирасу, наверное, делает. Ну да, против Тини Алибарда, в общем-то, хороша была бы. Если это реально Алибарда. Ну а что он еще может купить из этого Талисмана of Evasion? Solar Crest разве что? Хорошая вещь. Нет, Solar Crest на команду действительно вещь очень хорошая, но долго будешь фармить его. Ну, посмотрим, может, все-таки и купит. В принципе, и медальку было бы здорово сделать. Резолюшн может на самом деле много дэмэджа Пайкату нанести. Там чуть-чуть подперли крипы. Пайкат застанился об Креджи Экстерьера, и сейчас Сэпи с ним сыграет Блю Сутку. Как же ему не повезло. Он застанился от пассивку Тини. В упор ударил его. И... Да вообще странно, что он решил с ним подраться, если посмотреть. После тоса, да, надо было просто жать БКБ и уходить. Да, то есть просто БКБ и беги, потому что Тини по статам, он вот именно сейчас, ну, имеет повыше параметры. У него 17 тысяч нетворса, у него Лотар, Аганим, Гиперстон, а у Shadow Fiend'а на замес только одна Санжьяша. И драться в лобовую он не может. Даже если ты имеешь какое-то преимущество по артефактам, то если ты находишься вблизи, то вот эта пассивочка, которая дает тебе стан на там почти 2 секунды, она не прощает. Да, пассивка реально, она бешеная. Мне кажется, если Тини будут нерфить в следующем патче, то как раз-таки с этой пассивки нужно начать, потому что она очень-очень... Ну, ты ее недооцениваешь в драке очень часто, но на самом деле она реально очень много моментов портит. Ты ее недооцениваешь, когда она один раз профит, ну когда там 3 или 4 раза так подряд. Так у нее процента там хороший, там 25, да, что ли? Но это псевдорандом, это как баш Братру, 18%, но мы знаем, что это далеко не так. Он бывает и почаще выдает. О, тут еще и процент, в общем-то, выше, поэтому 25% это... Это немало. Так, ну и имперцы. Знает, что Рошан упадет моментально, поэтому на эхо-граунд лезть не стоит. Бэтрайдер может занять хорошую позицию, где-нибудь там слева или справа ворваться, и лучше всего на свое поле его заманивать. А поле такое, то что у нас Найсталкер с Аганимом, и, честно говоря, непонятно, как Кливера без вардов будут нападать, потому что ночь на дворе, Бэтрайдер ничего не видит, там очень маленький вижен, и в результате у имперцев невероятное преимущество в лесных драках. Вот туда и нужно заманивать. Да, кстати, Баланар действительно очень хорошо работает против всяких инициаторов с блинкдаггерами, типа вот Магнусов, Шейкеров, Бэтрайдеров. Шейкер там еще ладно, он обычно после драки залетает как-то, когда уже скиллы какие-то скастили, чтобы побольше народу стянулось. Но вот конкретно Бэтрайдеру действительно играть очень неприятно. Блинкдаггер покупает у нас Найтсталкер, Кирас покупает Тини, и сейчас вот как раз-таки у Империи все хорошо для того, чтобы подраться с соперником на топе. Ну вот посмотри на их вижен сейчас. Ну, можно сказать, они почти ничего не видят. Вот. Бежит Абадон, и буквально там 200-300 радиуса вижен. Не хотят идти, не хотят. Ждут на базе. Паник, в свою очередь, покупает блин. Может, кстати, зажечь. Айтем, который может обломать Дарксира и не позволит ему дать стеночку. Может быть, нападет на Бэтрайдера пораньше, и тот будет вынужден двигать обратно. Своим братьям. Баланару действительно тут просто ничего не сделаешь. Если он прыгнет на блинке в соперника, и ты начнешь его тыкать, то ты много времени потеряешь, чтобы его убить. У него брони много, хп много. Он быстрый. Что там у нас по следующему Рошану? Нашли хвоста вытаскивают. Свап. Ну, тут свап и, в общем-то, контрится. Ну, вингу можно попробовать забрать. Неплохая ситуация, потому что далеко находятся имперцы. Но ноупир, как Чак Норрис, просто бежит один в троих. Посмотри, что он творит на Абадона, на Дарксира. И его могут принять. Да, свап от Сакса в ответочку. Алоха Дэнс оказался в зоне атаки. Его пытается запустить, но Глиммер Кейп его частично спасает. Дарксир не успел скачать ничего, поэтому драка эта для Кливеров просто-напросто проигранная. БКБ прожимает хвост, гонится за ЕГМом. ЕГМ
активирует свой ульт, точнее он, скорее всего, активирует автоматически, ну, телепорт ему сбивает, естественно, отсюда никуда не уходит. Это 2 в 3, похоже, да, это 2 в 3, но видно, что драку за дракой Кливера проигрывают, и каждый раз с этим делать что-либо очень-очень тяжело сейчас. Должны, наверное, даже линию поломать, потому что 50 секунд без Абадона. И без лассо, да. Ворваться тяжело, если не сможет подойти, выкупается Дарксфера, и нужно отступить. У Дарксфера все еще есть стенка. Подходит Шалдуфин, хороший вакуум, отличная стеночка, нужно дальше добивать продолжение. От Бэтрайдера начинает вешать стаки. Тут есть лассо, отличный, о, боже мой, прокат от гирокоптера забирает моментально. Пайка, 100 хп, умирает, и остается один бамбу, который также не выживает. Но Рубика забрали, и это очень уверенная игра от Empire. Да, 1-1. Ливнул у нас просто-напросто. Капитан команды 4 сил. А, нет, погоди, это Пайкат ливнул, да, это Пайкат ливнул. Видимо, не понравилось ему. Ну вот, да, и Solar Crest такой появился на Абадоне. Мы угадали все-таки с этим артефактом. Ну, как по мне, здесь Абадон был абсолютно лишним. Если вы планируете играть вот Shadow Fiend'ом и как-то его развивать, нужно все-таки делать стаки и сейвить его. А Абадоном это делать очень неудобно. Я драфт, к сожалению, не наблюдал, но наверняка там был какой-нибудь шейкер, может...